Всем привет, меня зовут Споди, и мы сейчас поиграем в красного шарика. Так, а ну-ка давайте покатимся. Хоп. Это кто у нас такой? Это же картошечка фри, ребята. А ну-ка получи картошка фри. А с нее вылез гамбургер. Вот это да. Только бы мне... Нет. Ребята. Так, хоп-па. Ладно, давайте здесь что-то будем искать. Вот я вижу тележку, и мне она здесь точно пригодится, ребята. Хоп. Так, если вы хотите попасть в следующее видео, то ставьте лайки и пишите добрые комментарии. Так, я пока что буду прыгать туда. И обязательно подписывайтесь, ребята. Так, что меня тут ждет? Хоп. Ждет меня этот маленький негодяюшка. Все, мы его задавили. И теперь нам ничего не сделает. Так. Эй, чего это я застрял-то? Я уже подумал, что я застрял, ребята, но нет. Все хорошо. Все у нас отлично. Так, гамбургера сейчас мы задавим. Все, раздавили гамбургера, пускай себе там лежит. И будем ехать дальше. Только нужно будет подождать. Вот эту звездочку взять. И прыгнуть на эту сторону. Так. А, все? Ну, отлично. Картошечка фри. Ты тут что забыла-то, да? Спасибо. Ты что, стала гамбургером? Как это так бывает? Вот это да, ребята. Я даже не думаю, что такое может быть. Очень странно. Так, а ну-ка сюда. Все, мы, получается, перемещаем. И тут сейчас мы как покатимся. На... Бам! И задавили. Все, задавили мы этого малыша. Отлично. Теперь нам куда надо? Теперь нам надо этот ящик передвинуть. И вон туда запрыгнуть, да? Так, эй, а ну-ка. Да что ж ты, шарик? Давай прыгай, дружище. Все, шарик у нас напрыгнул, только теперь нужно задавить вот этих всяких вкусняшек. Так, эй, да куда ж ты не прыгаешь, шарик-то? Тебе вон сюда. А, ты что, меня хотел скушать? Ну, негодяй. Так, берем звездочку отсюда и теперь перемещаем этот квадратик вон сюда. Так, прыгнем с него. Теперь этот гамбургер, который тут нам мешается под ногами. Ну, его мы тоже спешно задавили. Так. Я вижу кучу звездочек и какой-то мостик. Этот мостик, наверное, нам поможет, чтобы перебраться на ту, ребята, сторону. Так, а ну-ка давайте его подождем. Эй, картошечка, а ты где? А вот она, ребята. Пам. Пам. Все, с ними мы справились. Теперь ты. И с тобой тоже. А, нет! Куда это мы упали, ребята? Ну как такое бывает, а? Так, давайте, ладно, не будем его трогать. Пускай себе живет. Так, и этого тоже по лбу. А ну-ка, молоточком тебя сейчас. Улетел наш гамбургер. Хорошо. О, тележечка. Тележечка нам для чего-то будет нужна. Наверное, чтобы на нее передвинуть вот этот вот сундучочек. Так. Хоп-ля. А, тут мы справились, только нужно его вот сюда. Краешек прямо засунуть. А, не надо, не падай, пожалуйста. Так. Ну, шарик, ну что ж ты делаешь? Так как мне забраться на эту мельничку? Так, ребята, вот мы и забрались на самый верх, и, как мне кажется, мы тут прошли. Ну что ж, всем хорошего дня настроения, с вами был Споди, и всем пока.